Привет, бро. Ты на канале Кохан Плей. Меня зовут Андрей. У нас продолжение прохождения King's Bounty. Принцесса в доспехах. Решила сделать так. Типа, знаешь, один остров там. Во-первых, запись. Второй остров. Запись. И третий остров. Давай, я не знаю, правда, какой. Блять, какой остров по сложности, Болу или Алавит? Ой, этот, как его, блять, сука, ржавый якорь. Ну, судя по тому, что тут слабый, но слабее, наверное, вот это. Вот это оно. Так, у нас ноль ярости, кохуя. Так, чувачки. Что вы близко подошли? Давайте быстро и принимать на себя весь удар. Так, основное здоровье. Давай, благословим тебя. Так, огненная стрела. 4-5 челениксов. Ну давай, рыцаря. Нет же, блядь. Намагал. Так слабо. Так, морозная стрела. Так хорошо стали. 4 нахуй. Ну забафали. Бэм, нахуй, пополам. Забафали рыцаря. Почему бы нет? Безумный гнев. Что ты согрелся, блядь? Я думал, с этим попиздить можно. Так, что ты это за Гэндальф, блядь? Давай поставим молнию шаровую. Они не расслаблялись. Ни хера себе, сколько на ярости стоит, блядь. Это давно у дракона не бафал, блядь. Во-первых, надо ярость добавить ему. Блядь, надо, все надо. Надо много всего и всего. Так, ну я не знаю, давай. Тебя. Вот так вот рыцаря сюда поставим, чтобы он, если что. Давай, давай так, 3-4, похуй. Хорошо. А ну-ка, что ты делаешь? Охуеть.
Ебать. Медведя призвали. Ты куда? Бля, ну шаровая молния это вообще просто калкалыч. А ну-ка, удар рыцаря, сука. Так, а чего я не могу? Типа закрывает мне обзор, блядь. Ты серьезно, ты прям с руки пиздишь, ты не... Чего? Какого хуя, блядь? Я думал, он типа, ну, магию свою кинет, как маг, он впритык подошел. Какого хера, хера ты впритык подошел? Он типа ставит из упритык, не как будто обзор затупляют. Хотя это же нормально, я не знаю, как это работает. Мощно. Пиздец, просто шаромомол даже юзать не буду, вообще полный калкалыч. Бля, тут еще ж медведь. Отлично. А, ты еще по области пиздишь. Понял. Бля, вы какие-то жирные. Глянь, что это такое, 18-й? Сколько вы защиты, блядь? Короче. Хватит баловаться. Кого-то найти надо, блядь. Найти сбежавшую невесту. А тебя купить еще не могу, да, уже? То есть пока мести. Так, герои. Мы тут же смогли что-то бафнуть. Ярость. Вот, отлично. Ярости уже чуть побольше стала. Магия. Так. Интеллект. Странно как-то. Подож. Чему эти стоят, блядь? Ладно, сначала надо ближних развалить, чтобы они не подходили. Двоих.
У меня такое ощущение, как будто я выучил не то, взял не того дракона. Мне нужен был дракон, который лава вызывает. А этот, блядь, не ху... Что это такое? Тычка, блядь, стены, яйца. Шаровая молния беспонтовая. Кажется, проебался очень жестко. Шесть, десять, 16, 15. Ну ладно, 15 тоже пойдет. Блять. А, ну в принципе так все идет. Сработало, замедло. Так, давай вот так вот, что у вас близко подошли вы. Так, яду подкинем. Давай, будешь гореть, еще и под... То есть будешь, будет яд, еще и подгоришь, загоришь, вообще вот тема. Давай. Это надо было лучника, наверное, пиздить все-таки. Ладно, уже... Нет. Тех, кто близко подходит, тех надо сразу наказывать. Да, надо было похитить этого деда. А. Думал, уже просто проебал. Странно, почему этому 1-3, а этому 3-5 мог носить урон? Челики одинаковые, у того еще и меньше было людей, не понимаю. Отлично. Блять, из-за того, что он подпалил, он не подпалил, а кинул заморозку, блять.
хватило одного хода. То есть надо мне куда-то мог ходить. А так бы на две и подошел бы это объебал уже. Да смотри, отходит, блядь. Боится. Бля, как же они критуют хорошо. Не знаю, что-то бафнул, что бафнул. А ход, блядь, так и заморожен на одну клетку. Сука, блядь. Ну, дар ты его, блядь. О, молодец. Ответочку на, блядь. Потерял одного мага. Пусть будет. Пусть будет. Это мана бестолковая, блядь. Снима на шарик. Блять, а что это толпой напали на меня? Блять, опять эти, как они бесят. Что за прикол? 2-3 подходит, 2-3, блядь, стоят. Блять, если бы клетанул, было бы хорошо. И... Блять, что-то вы близко подошли, бацки. Бац, сколько у тебя ходов, блять. Пиздец. Стой, а у меня уже магия... Блядь, проебал, ладно. Так, ладно, ты постой. А ну-ка, ебани-ка тут всех, блядь. Ебать, вот это было сильно. И сейчас сразу второй. И здесь у меня будут, смотри, оп. О, блядь, 22 медведя, вы что, ебанулись? 210 урона. 150 шанс поджога. Мне все равно вот это еще ебан.
Мы боимся медведя или ассасина? Ассасина медведя. Давай так. О. А, нет, давай грифона. Они сейчас будут размножаться, похоже. О, тут белый медведь. Я думал, тут, блин, крыло грифона такое. Они сейчас будут размножаться, блядь, надо грифона убивать. Хуя себе. Блять, скотина. А, ну 12 всего. Одного? Серьезно? Ты ну... Давай тогда отодвинем. Все, стой. Пол хп, да? Давай, заморозка... О, заморозка прошла, отлично. Он пару ходов всего сделает. Один. Хотя я до сих пор действую. Так, ладно, давай подвинем его. Он так будет, блядь, под тенем за медлом 3 часа идти. Вот так вот, более безопасней. Все, там убить кого-то. Да, тебе опять еще могу купить. Пауки, медведи, хуета. Убить орка. Это надо на Россию. Это надо ехать либо на Россию, либо на линию разграничение. Убить орка. Квест такой, блядь, убить орка. В игре Kings Bounty. Так, отойди трошки, чтобы близко ты подошел, чувак. Вот теперь. Вот так вот. И вот так вот. Зарядимся. И под еще ну кретани. Сука, блять.
Давай, хули. Всю. Давай. Засал. Сука. Глянь, только на слабых мага нападают. Вот это мужик. Бэм. Один, два, да? Двоих тоже неплохо. Бля, двоих магов убили. Так, тут так квест у него. Роботы. Роботы. Но... Не подходят они. Так, здесь, в этой локации, есть босс. И мы его убивать будем очень не скоро. Очень не скоро. Потому что он очень сильный. Смертоносный. Еще прям реально смертоносный. Ну, посмотрим, что это за роботы, как, с чем их едят. Ну, по логике вещей, травить их ядом нет смысла. Это ж, типа, неживые существа. А вот насчет огня, смотри, например. 17. 150. 168. Блядь, что им вообще, даже магия похуй, не поясняешь. А... Подпалить тебя может? О, подпалить вроде может. Вроде нет. Блять, жесткие. Если это немного сильнее, ебать, их буду полчаса пиздить. А тот смертоносный, не, походу я туда еще не поеду, не пойду его убивать. Он очень жесткий, тем более мне армию надо свою уже пополнить. И да, они... Мои скоро вообще им похуй. Им нужно физически наносить. Да, им вообще-то. Патрастерона, блядь. Блядь, жестко. Блядь, тут, конечно, сейчас пизды получу нормальных. Прям добротных пизделей получу, если честно. Нужно магию качать. Другую. Два, три. Которая типа физический урон наносит.
Пиздец. Тут 12, блядь. Здесь 7. Ля куски отрывают. А, он еще и хилит. А он не то, что похилил. Ты че, нихуя себе пятерых, блядь, ему добавил. Ты что, ебанулся? Пиздец. Значит, надо убивать сразу, а то сейчас, блядь, похилит кто-то. Чем восстановит? Не двух было бить, чем одного. Критани, пожалуйста. Хорошо, что этот не выпался сначала, потому что если бы тебя напал на того смертоносного, я бы точно получил пиздюлей. Да ты шо? Мне вообще, ну, единственное, кто убивает, это дракон и какая-то никакая магия. Все. А все остальное им вообще поебать. Лянь, а только одного убьет, у которого там осталось, блядь, 10 хп. Охуеть. Просто притянул. Пол лица откусил. Хоть кританул. Хорошо не показывает, сколько там людей. Не людей, а роботов этих. Пиздец. Конечно. Давай, наверное, сейчас немножко покачаюсь, а потом приду, потому что, ну, это дрочь. Это реально дрочь. Медведь сильный. Охуенчик.
Так, бафнем нашего рыцаря. Так, подпалить надо. Змеюку давай подпалим. Чё ж вы до моих магов доёбуетесь постоянно? Еще можно охуеть. Нет, надо подпалить медведя. Два существа, отлично. Что это? Что ему сделать? А, после транса. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Так, чувак, держись, блядь. А, тут еще шпион куда-то стоит. Я даже не заметил. Серьезно, дракон только 7 или 8 может убить медведей? Дракон, который прокачанный, ебанись как? Что-то, блядь, долго с ними тут церемонюсь. Надо заканчивать. Это, блядь, урон по-твоему. Отвечать ты не будешь? Охуеть. О, вот эта тема. Какие-то семейные терки были. Урон 300-600.
Ебать. По области, понимаешь? 2.9 всего лишь. Чё так слабо? Надо что-то магию прокачать немножко. Это она мало урона наносит. Это не нравится. Хо-хо. Кританул отличненько. Ну, а если будет ответка, ты умрёшь. О, заебись. Ну ладно, все, хватит ёбываться. Давай так вот сделаем. А, я думал, ты сдохнешь. Что здесь? А, дерево. Охуеть. Если бы мне карту не посмотрел, проебал бы момент. Так, где-то кому-то объяснишь, что кто-то где-то не прав. Да ну, какой смертоносный медведь? Серьезно? Да не может такого быть. Просто, блядь, под ним драконом половину его уже разъебал. И со смертоносным он стал теперь просто немного сильнее. А теперь равны по силе. Теперь слабый. Ну, не слабый, конечно. Потому что у него есть 38-45 человек. Равный нет. Немножко сильнее, наверное, все-таки, да? А ну-ка. Блять. Так, вас надо чуть-чуть отодвинуть, пацки. Она, конечно, урон наносит жесткий. 5, отлично. А возвратка, ебать, 100 урона, нихера себе. Блять, не заморозил.
Давай, чтобы никуда не двигать в сторону рыцаря. Что это? Нихуя себе, блядь. Ну ладно, давай уже. Вас уже продавать надо все, блядь, да, все. Лучники, вилледж, блядь. Это надо было, наверное, того. Или там меньше, чем 10. Если меньше, а, ну, тогда все, все правильно сделал. Блять, это сейчас будет больно, да? Да. Лучников. Верона, вот это самый большой остров. Руна духа. Так. Это у нас восстанавливается мана за раунд. Это, в принципе, нам уже не нужно. Нам нужно бафать вот это. Здесь мы что можем? В вашем присутствии, так, в вашем присутствии защита вражеских нежити демонов снижается, а жажда, каждая атака ваших войск по ним приносит дополнительную ману и ярость. Нам трофеи нужны. Очень сильный паук мародеры. Ну, такой себе насчет осени. Очень сильных я бы поспорил. Вступить. Да давай нахуй. 7 атака, ебать. 4 защиты, 3 интеллект. Мне нужно... Сука. Я проебал выучить. Ладно, ничего страшного. О, все, все сдохли. Прикол. Правильно, добивать лучников один хуя их, сейчас уже все. Он же даже урон не наносит. Ты что, за сундуком моим идешь? Теперь магия наносит ебанистический урон. Так, тут же будут какие-то чуваки, которые можно подряд пополнить. Блин, я уже, блядь, сколько пробежал.
Нигде, ну, где-то уже было, но там какие-то калкалочные вообще. Просто беспонтовщина. Будет что-то толковое. Там, короче, семейные разборки, блядь. Кто прав, кто не прав, блядь. А где ты? А кому? Где она? А, вот ты где. Где что-то мне дашь толковое? Охуеть. Блядь, и получить награду. Нет смысла даже зачитываться в эти квесты, потому что тут ну пиздец. Так, ну а денег у нас, блядь, куры не клюют. Можем купить все, что, блядь, захотим. Так, это стрела дракона. Дает лучнику стрелы хуета. О, насколько я помню, големы прыгают. Но... Так, и вы тоже идите, короче, в очко. Нет. Один голем, ебать. Так, а если он, вот этот чувак стреляет дальний, то хорошо. Так. Перчатки нам дают минус атаку плюс маны. Разрушить. Так, это шо? Так, пузырек их, так, использование 30 ярости. А у меня сейчас 17. Но нам пока не нужно, поэтому... Так, интеллект 1. Вот эту магию, ох, ебать, и теперь... Вот эта магия, секира, ох, ебать, она больно пиздит. 510. Это 350 и поджог 30. Это 100, это 600. Но оно... Физический урон, это главное. Физический урон, это главное. Самое главное, что у нас физический урон. Так, столько зданий всяких. Так, будем знать, что у него есть големы. И все. А что еще? Так. Ой. Так, что-то мне кажется, что мы сейчас с этой секирой будем пиздиться. Так что давай сохранимся. Ёбаный рот. Ебать. Так, пока мне надо, чтобы по площади наебашило. Один раз только. Так, бьет вперед под контроль разум существа и заставляет его атаковать. Ты что, где, блядь, катапультой можешь стрелять? Понятно, это не голем прыгает, сука. А, он же кидает камень.
Пожалуйста, дайте мне ход. Иначе это будет пизда, если мне сейчас надут ход. Блять, это пизда. Ебать, тут хуйни всякой наспамнил. А у вас не дохуя здесь? Ну, блядь, зато, ну, половину уже сразу разъебал. Так. 5, 9. 5. 6. 5, 9. Больше нравится. И сюда, блядь. Все. А вот еще челник стоит. А, никуда не пойду. Так, ты ж дальнее на расстояние, да, стреляешь? Отлично. Ох, красота, челник свой. Ух, я уже начал переживать. А ты не хочешь превратиться обратно? Ты уже сколько ходов барашком ходишь? Оглушает. Отталкивай, давай оглушим. Бам по ушам, блядь. Еще раз можно? Ох, отлично. Я раз оставляю, потому что... А можно ж было, блядь, выпить ту хуйню. Чё я тупанул? Я бы сейчас еще быстрее бы это все закончил. А так мне пришлось один делать ход. Потом они там провязали все. Второй ход. Только потом было ярость, чтобы провязать все. Нет. Массовая. Взять секиру с собой, себе, блядь. Так, с тобой все. Хуйня, золото забой. Давай посмотрим, что потом можно будет приютить. Атака, ярость. Может там учленикс, атака, защита. Так, а что у меня? Так, эти получается 20-24. А ты... Нет, ты лучше. Так, моточки. Щит. Опыт в бою. Сука. 5 опыта. Что такое 5 опыта, по сути? Атака, защита мне нахуй не нужна. Так, ну это сюда. Морали людям, нахуй. Все. Блять. 13 атака, ебанись. Сука, интересно, сколько стоит сейчас ярости второй прокачанный этот скилл на прыжок? 29, ёб твою мать. О. Тоби пизда. Нихера был. Так, смотрим. 200 урона. А, сука. 300. Домой, на.
легчайше. Задание выполнено. Какое задание, блядь? Так. Сохраниться. Урон ядом. Вероятность крита. Атака разбойником, мародером. Золото, сука. О! Едь. А что-то я, блядь, посередине, нахуй. Них... Чего, блядь? Что, блядь, происходит? Только теперь из-за того, что у меня магия вкачана 2, а не, все нормально. Ебать, убили, пиздец. Придется что-то другого нанимать. Интересно, хватит хода, чтобы ебануть? Не хватит. Батя много потерял, конечно, воинов, если честно. Нету. Вот эти придется брать. Так. Second, please. О, мы... маємо. О. Що у нас осталось? А тут є такий прикол, типа, як в тих островах. Доступ только через море. Надо же корабль плавает. Куда ты, блядь? Это чувак был, который немного сильнее было написано. Что, осталась пещера, блядь? Как я не хочу в нее идти, это пиздец. Как я не хочу идти в эту пещеру.
один урон. Так, а уже получается, один раз кастуешь огненный шар, и все, уже больше нельзя. Это либо апать нужно, либо оставать что-то другое. Да, больше 10 там. Давай, значит, так сделаем. А потом так. Типа, наебем систему. И все. 10 раз и всего лишь стоит ичка это. Not bad, получается. Так, ну осталась пещера у нас. Ебаный рот. И с островом Болу тоже все. Так, а он какой-то квест давал. Классно, сейчас бы убили того чувака, то есть тот, того робота бы без квеста. Так, они получают физический урон. Дракон у нас физический урон, да? И физический урон, это у меня только секира из магии. Четверых убивает, уже хорошо. Бля, сколько на магии маны стоит? О. То есть расчетом на то, я завязаю этого дракона, и он убьет как минимум вот этих вот кого 5. Блять, надо еще один. Одной ярости хватает, ты представляешь? О, все, спасибо. Давайте скучку. О, молодец. Сука. Ну, в принципе, как я и рассчитал, все. Херовшего мага убили. Двоих мага убили, пиздец. Бля, сейчас воинов потрачу перед тем, как драться. А, если что, у меня есть панка ярости. М-да. Придется юзать вот так вот, мне не... это бессмысленно. О, кританул, хорошо.
Доебались до мага моего. Ага, не могу управлять. Ну, логично. Если так. Тоже неплохо. Я не пойму, что у него за магия, что он бьет так больно. Ответочка. Все, фуловая ярость. Внимание, вышел в охранную зону, зайти пароль, так. Короче, понятно. Так, тихо, 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 без всякой хуйни давай. Так, тебя и 14 в этом дизайне. 14 громозека. Уходит название, конечно. А теперь ты. А, мага убили. Рыцаря убили, еба. Рыцаря убили. Это магия, конечно, была, какая-то молния отлетела. Амулет какой-то. Его можно использовать. Вот, а два раза можно использовать, если не больше 15. Крутяк же. Так, магия, так, это херня. Магия света. Херня. Дух, защита. Что я смотрел? А, вот это. А, бонус опыта дракона. Странно, что можно было использовать. Несмотря на то, что это квестовый предмет.
Куда мне вот? Храм надежды. Где, блядь, храм надежды? Так. Что, мы можем что-то себе купить? Да, блядь, сука. Нет. Что еще по квестам? Храм надежды. То мне до здесь слазит, да, походу? Интересно, а что появилось? О, подожди, у меня что-то чувака не хватает, ботинка. Как раз, ебать. Заказывали ботинок, получать. Ману восстанавливать, кстати, нужно. Может попробовать поговорить с этим чувачком. Королем, может, что расскажет. Так, зверь, отнести товар, паладин. О! Ты смотри. Первый камень из... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже два камня из восьми есть. Гляешь? Поговорим. Блять. Опа. Так, ну это кал. Тихо, стой. Шлем, защита, атака. Под демоном не надо. Лидерство, сила. Это вместо чего, блять? Ярости купим, все. 10 раз у нас критическое удара паладина дает 10 рун духа после 50 побед. 55 тысяч, ебануться. Ну. В конце игры, может быть, понадобится. В самом конце, где будут уже демоны. И финальный босс. А сейчас оно мне нахер не нужно. Вот это 200 лидерств, да хуй знает. Вот это с собой носить надо 50 побед.
Выкинуть. Разрушить. Выкинуть. К нам же не надо. Странно. А, нам еще и награды тут что-то дают. Понял. Ну все получается, с этим монстром тоже закончили. Остров Болу. Следующий ржавый якорь. Чем-то далеко остановились. Все, сохраняемся. И на этом пока все. Всем спасибо за внимание. Обнял, поднял, грейся, бро. I'm shivering out my spine.